вот такой вот динозавр. Он вот такой вот сверху колючий. Я его название не знаю, поэтому точно говорить не буду. Лапы у него сделаны вот такие, как у слона. Вот. Снизу он выглядит вот так вот. Сверху он выглядит вот так вот. Голова у него как у змеи, только не хватает зала. Я думаю, он был опасный. Хвост у него с наконечником, как стрела. Вот это очень хорошо вот рассматривается. Вот. Снизу он выглядит вот так вот. Лапы как у слона. Вот. Хвост вот такой вот снизу. На лапах просматриваются когти. Но их, к сожалению, не хорошо видно на камеру, поэтому я не могу показать. Ну, голова, вот, у нее глаз, вот. Ну, точно змея. Тут ничего не могу сказать по-другому, вот. Там он как будто бы из нескольких животных сделан, он такой необычный. Вот. Поэтому я думаю, он может и хвостом лягнуть, и как змея укусить, и как юшу колоть, и растоптать, как слон. Поэтому я думаю, что он достоин ваших просмотров. Пишите комментарии, ставьте лайки. Потому что я думаю, что реально этот вот, я не знаю его название правильно. И точно вообще не знаю. Даже приблизительно. Я думаю, он реально большой. Поэтому кто знает его название, пишите в комментарии. Очень интересно узнать, кто он такой. Вот и вот таких красивых цветов сделали. К сожалению, эти цвета точно не передаются, потому что оно как бы и не блестит, но вот. Как-то так вот видно. Поэтому не могу сказать вот точно как оно и почему.